Друзья, еще раз всем привет. В общем, я надумался, что лучше я покажу вам свои действия, как я буду сейчас запускать этот аквариум. Первое мое действие, это я снял внешник вот с этого 50-литрового аквариума, который у меня сейчас служит как нерестовик для живородки, и поставил его вот на этот 100-литровик. Сюда у меня не хватило длины шланга, то есть шлангочки у меня хватило вот поставить забор и подачу именно в одном этом вот гнезде. Забор у нас будет чуть ниже, водичка, а уже выход из фильтра будет бить вот сюда по стеклу, и таким вот образом по периметру, наверное, будет идти круговорот воды. Потому что я как-то подумал, думаю, пускать поток воды по диагонали, в принципе, тоже было бы логично, но что-то вот мне подсказывает, что, наверное, будет лучше сюда пустить вдоль задней стенки. В общем, время покажет, там увидим. Сейчас я буду в первую очередь наливать сюда воду. Вероятнее всего, я налью с пол аквариума, только потом буду добавлять грунт. Налью с пол аквариума, посмотрю, что у меня нету нигде подтеков, и только потом добавляю грунт и заполняю аквариум уже до самого основания. Ну и как говорил ранее, что воду буду использовать уже из запущенных аквариумов. Сейчас поставлю сюда сифон. Второй конец опущу сюда вот этот аквариум и буду таким вот образом возьму отсюда воды, оттуда, в общем, с пол аквариума мы водички наберем. Слил я, в общем, с каждого аквариума по 25% воды, это в плане того, что проводил подмену. Получилось у меня, вот видите, чуть больше половины аквариума. Сейчас он какое-то время постоял, я точно время не засекал, но пару часов это точно. В общем, течи никакой нету. Здесь у меня есть вот остатки грунта. Высыплю этот грунт. Буду аккуратненько сыпать так вдоль угла, чтобы образовалась кучка. Потом эту кучку аккуратненько разровняю по всему периметру дна. Пока проводил подмену воды, в общем, что мне пришло еще в голову. У меня, вот видите, покрывное стекло с отверстием таким. То есть отверстие было здесь, и с этой же стороны висела корзинка, вот этот отсадник для живородки. Я взял его, развернул. И стекло тоже развернул, то есть поменял местами. Потому что, ну, как бы лицевое стекло, и здесь собирается вся грязь. В общем, как-то некрасиво смотрится. Так там черный фон, и в глаза это ничего не бросается. В общем, вот как-то так. Точно так же хочу сделать и здесь. Там точно такое же покрывное стекло и корзинку прикрепить на заднюю стенку. То есть вот рыбку вполне нормально хорошо видно. Ну а сейчас, в общем, буду засыпать грунт, засыплю грунт и добавлю уже оставшуюся часть воды свежей. Такой вот мы наделали мути.
Надо дать время, пусть немножко отстоится. Сейчас, в принципе, добавлю воды еще до самого верха, ну, чуть выше самого вот этого белого уровня, ну, чтобы не было видно солевых отложений. Вот, свет загорелся автоматически. Такие дела. В общем, водичка сейчас зальется, немножко отстоится, более крупная здесь. Включаем внешний фильтр и запускаем аквариум. Немного отстоялась вода. Сейчас посмотрим, как горит светильник. Ну, вот такой вот получился аквариум. На этом, друзья, будем с вами прощаться. Всем желаю отличного настроения. Всем пока.